вами оптимистика, и у нас еще одна упаковочка посылок. Это посылочка сборная Zoom. Здесь пришли два свитшота. Вскрываем осторожно. Не можем руками, достаем. Вот такие два пакетика. По одному сейчас будем вскрывать, смотреть, где какой свитшот. Вскрываем. И это бежевый свитшот с рисунком. Маркировка размера L. Цвет бежевый. Две упаковочки приходят. Пакетик скрыли, открываем. Так, качество сразу скажу приятное, но скорее всего будут образовываться катышки. Могут. Вот такой стильный рисунок на свитшоте. Причем это рисунок и выделка ткани тут идет. Я сейчас поближе вам покажу, может быть, будет видно. Размер L, этикетка. Изнутри вот такой приятненький тканый. Ну что, мне понравился. Очень крутой рисунок, как бы качественный, но он как бы тут с какими-то вот проплешинами, цветочки там, допустим, все такое. И это все в тон структуре наклейки черной. То есть божественный просто свитшот. Мне прям очень понравился. Давайте измерим размеры. Значит, обхват груди в размере L. Я сейчас не помню, какие там на самом деле, но мы мерим, что есть. 59 на 2, 118. Длина свитшота от середины плечевого шва у нас получается 61, так что, по идее, должно все подойти и сесть отлично. В общем, мне понравился вот такой красивый, стильный, со спины просто бежевый. Качество очень хорошее, мне кажется, даже с хлопком, я сейчас посмотрю, скажу вам, ну, прям ощущение, что хлопок. Да, 100% хлопок. Оно того стоит. Офигенный. Просто офигенный. Очень классный. Так, и давайте следующий вскроем. Это уже от Zanzea у нас. Вскрываем следующий от Zanzea. Здесь аккуратненько тоже, чтобы не порвать. Мы тоже упаковали, все хорошо. Тоже мне понравилось качество. Здесь полиэстер, но такой интересной структуры материал. Давайте вскрывать. Цвет хаки. Хаки такой коричневый. Вот такой свитшот. Так, значит, свитшот очень интересный тоже структуры. Он достаточно легкий материал. Даже немножко, кажется, светит как будто, да? Изнутри такой же, как и снаружи, ткань плиэстер, но приятный, тянется. Спереди вот такая эмблемка с цепочкой. Это украшено горловиной, то есть никакое украшение заведомо не надо. Брала 3XL Zanzea, этикеточки все. И все, больше в нем ничего такого нет. Низ на манжеты, рукава на манжетах. Сейчас я измерю обхват груди, вам скажу, в размере 3XL без растяжения. Очень большая пряма. Пряма прям вот огромная. Хочу показать. То есть достаточно такая. Но мы, наверное, от праймы до праймы все равно померяем, потому что чтобы у нас уже. Так, 134 от праймы до праймы. И длина самого свитшота. Измеряем. 61 сантиметр также. Ну что, я довольна. И продолжаем скрываться дальше. Здесь у нас пришел браслетик Prada. Давайте смотреть. Реплика Prada. Ссылочки давала в Оптимистика Шоппинг. Вот такой красивый. Только я заказывала черный, а мне прислали белый. Очень жаль. Сейчас посмотрим, как он будет смотреться на руке. Вот так вот. Стильный, хороший браслетик. Отлично подойдет для лета. Вот не помню, черный заказывал или белый, но прислали белый.
Хороший, даже на мое не худенькое запястье легко надевается, легко снимается. Вот такой он. Раз, и все, и вы сняли. Так, надевалась. Вот, все. Не болтается. Все, захотели снять, раз, и все, боком повернули его. И сняли. Симпатичный. Симпатичный браслетик, мне понравился. Посмотрите, даже пакетик. Рада написано. За логотипом, вот. Симпатичный. Ладно, бежим дальше распаковываться. Да, хочу сказать, что если запястье толще моего, то уже будет некомфортно. А у меня запястье 15 сантиметров. Это я про браслетик, про браслетик. Так, теперь открываемся дальше. У нас очень много еще посылок в этот раз. Вот что, смотрите. Джинсовая юбка. Джинсовая юбка расклешенная. Уже очень долго до меня все шло. Так, значит, смотрим. Джинс в меру тонкий. Юбка темно-синего цвета. Три валана. Отстрочки желтые, как я люблю. Резинка прострочена вверх на резинке. Этикетка размер взяла 4XL. Значит, талия 4XL. Остальное там все расширяется. 82 без растяжений и растягивается. Очень легкая такая приятная резиночка. Ну вот сильно-сильно, если 114, то есть, в принципе, я пройду и через низ ее надену. По идее, должна подойти. Юбка классная. Длина юбки 82 сантиметра. Будем мерить. Очень мне понравилось. Давайте дальше складываем. И теперь у нас пошли мега огромные посылки. Вот такие большие, которые даже не помещаются в объектив. Поэтому я буду скрывать их аккуратненько. И мы будем смотреть, что пришло. Браслетик уберу, пока я не смахну. Маленькие у нас посылки и побольше. Так. Сейчас мы это все извлечем. Начинать будем с самых маленьких, открывать, смотреть и дальше двигаться. Так, давайте сама. Это, по-моему, бежевый бюстгальтер, завершающий этап моего приобретения без бретелей бюстгальтера. Бело-черный я уже показывала и делала обзор, взяла наконец бежевый. 95C, цвет красивый, такой бежевый. Бретели идут в комплекте, но это единственный, наверное, на данный момент из бюстгальтеров, который держится и не тянет, и очень хорошо держит мою грудь, и который не чувствуется. Вот такой симпатичный, без пушапа. Размер. Застегивается на три крючочка. Силиконовая лента вот по боковым вставкам. За счет этого он держится и не спадает. Ну что ж, вроде визуально все нормально. Да, показывала уже на прошлых. Здесь тоже покажу. Когда вы отстегнете бретели, то есть они с углублением, видите, тут не видно. Вот я их отстегиваю и все, и не использую больше. И тут то же самое. Очень классный бюстик, очень рекомендую. Цена там бюджетная вполне, так что очень-очень даже. На обхват под грудью 94, обхват груди 104-106 подходит отлично. Застегиваю на самый маленький объем. Но меньше брать боялась, потому что чтобы чашка была нормальной. Так, здесь у нас что-то пришло такое, не знаю, сейчас буду скрывать, смотреть. И, возможно, что-то хрупкое, потому что... А, это пришла цепь. Акриловая черная цепь я заказывала. Белую я уже как-то покупала в прошлом году для сумки. Цепь оказалась настолько отличной, показала себя в носке, что я купила еще черную для сумок с черной отделкой или черной. Очень хороший, доступный карабин, небольшой, золотистый.
белый. У меня еще пока я вот полгода относила, все отлично. Заказывала сумку 120 сантиметров, причем у них 120 сантиметров это именно цепь. И плюс еще добавочные сантиметры, закрепленные к карабину. Матовые, что мне еще понравилось, матовый акрил. Очень стильный, дорого смотрится. Белый цвет не поменял свой. Так что очень рекомендую. Классная такая цепочка для сумок. Очень легкая. Износки себя показала замечательно. Так, вот у нас еще маленький посылочек. Давайте ее тоже откроем. Посмотрим, что у нас тут пришло. Здесь у нас сумочка. Сумочка небольшая. Louis Vuitton. Давайте смотреть. Логотипчики. Сумочка цвет красивый. Очень мягкий кожзам. Очень удобный. Давайте смотрим, что у нас в комплекте идет. Вот такой подсумочек еще дополнительно будет вешаться. Внутри, смотрите, какая качественная подкладка. Есть ремешок. Тоже с логотипом все тут прописано. Очень хорошее качество. Мягкий-мягкий кожзам. Потрясающий. Просто она, конечно, не дешевая. В районе 2000 я брала. Но очень мне понравилось. Опа! И вообще она носится вот так. То есть вот этими карабинами цепляется тут. Ну что, очень клевая. Я довольна. Сумочка небольшая, но очень стильная и вместительная. Вот она, мы собрали нашу сумочку, двоечку, да? И это крепится тоже сюда или на цепочку к нашей ленте. Наша лента Louis Vuitton, все надпись темно-коричневого цвета. Можно зацепить сюда. Или можно зацепить сюда, вот этот подсумочек. И крепим все это к нашему основному. Все. Ну что, очень классная сумка. Я очень довольна. Телефон точно влезает внутри, вы видите. Если так, по одному отделению. Очень мягкий кожзам, очень классный. Молнии все работают отлично. Здесь внутри тоже такая же подкладка. Спасибо, Джум, за такую вот приятную сумочку. Я очень довольна. И цвет очень красивый, богатый, бежевый. Я боялась, будет какой-то не такой. Но цвет очень достойный. Так, скрываемся дальше. И это у нас пришла куртка из искусственной кожи. Ссылочку давала. Вариант был бежевый, черный или коричневый. Я заказала в коричневом цвете. Давайте смотреть. Размер заказала 4XL. Так. Курточка мягкая. Полиуретан мягкий достаточно. На подкладке, сейчас я вам покажу, молния металлическая, внутри подкладочка. Курточка тоненькая, на осень. Значит, смотрите, тут вшиты кармашки. Кармашки достаточно вместительные, то есть они почти до дна. Вот кармашек. Небольшой запах искусственной кожи при распаковке. Давайте померим обхват груди и длину. Да, наши стандартные замеры. Ниточки немножечко, просто вытаскиваются из швов. Вот такая курточка красивого, насыщенного коричневого цвета. Так, 124 сантиметра обхват груди. Вот, так что должно все нормально. Давайте спинку посмотрим. По спинке отстрочка. Все строчечки ровные. Ну что, визуально мне нравится. То есть, как она в носке себя поведет, не знаю. Но вот так вот. Длину не померила. Она удлиненная немножко. 68 сантиметров. Ну что, будем мерить. Так, и приблизились к одной из шубок. У нас сегодня две шубки в распаковке пришли.
из натуральной овечьей шерсти. Она без подкладки. То есть вот такие несуровые морозы. Цвет белоснежный. Мне нравится. Вот так у нас все. Вот такая беленькая шубка. Достаточно такая объемная. Давайте доставать. Приятный материал. Мех. Ну, чувствуется как мех. То есть он вот такой вот, как дубленочный. Очень приятный. Значит, что у нас тут? Я заказала. Шубка вообще двубортная. Но объем мне впритык. И я поэтому заказала так, чтобы, если что, сделать из нее однобортную. Вообще она идет вот на двух пуговках. Крепится. Сейчас покажу петельки. Вот так, то есть она смотрится. Застежечки. Вот. И внутри есть еще петелька. Сейчас покажу, чтобы полы не расходились. Да? То есть у нас изнутри есть еще вот такая пуговка. Но если мне будет она узковата в обхвате, то я сделаю однобортную просто. Спереди, да, расставлю чуть пуговки, эти отпарю, и будет просто шубка однобортная. Я думаю, что тоже это нам сыграет. Сейчас давайте посмотрим обхват груди. Значит, шубка классная, мне очень нравится. Не знаю, как с длиной рукава, то есть с плечом это надо будет смотреть. Но пошив очень хороший. Очень хороший. Мне кажется, она достаточно будет тепленькая. Кармашки есть накладные. Такие достаточно вместительные. А вот обхват груди у нее и обхват бедер давайте мерить. Тут она одинаковая, она прямого кроя. 120. Будем мерить. Будем мерить. Размер мне положили. Сейчас давайте смотреть по этикетке. Есть тут какая-то бирочка с размером, потому что... Да, бирочка с размером есть, размер XL. Размер XL. Кстати, мы можем померить изнутри, видите, она без подкладки, такая вот как тканюшка под дубленку. И давайте внутренний обхват груди померим, тоже интересно. Ну что, 118, 59 на 2, 118. Буду мерить, скорее всего, придется пуговки расставлять, чтобы она села посвободнее. Ну уж очень мне понравилась эта шубка-пиджачок. У нее она удлиненная. У нее длина порядка 80 сантиметров. То есть очень классненькая такая шубочка. Прям вообще. Очень мне понравилась. Очень буду надеяться. И мех очень хороший. Он прям теплый-теплый. Вот не дешевый, а вот трогаешь, и вы понимаешь, он теплый. Я к нему прикасаюсь, он реально теплый. Будем смотреть. Давайте вскрываться дальше. У нас осталась еще одна. Вот такая мега сборная посылка. Жум. Вот тоже вот такая крупная шубка. Мы ее напоследок будем смотреть. Это другая. Опа, сейчас у нас там попадало. Сейчас будем смотреть. Так, вроде все. Давайте начнем с маленьких посылочек. Потому что я плохо помню, что я тут назаказывала. Будем смотреть. О, зато помню, массажер пришел, мой любимый. Так, что здесь у нас? Давайте смотреть. Ой, пришел силиконовый ёршик для посуды. Боже, он чудесный. Очень маленькая щетина, мягкая, классный. Он такой здоровский для мытья посуды. Ёршик, бутылочки там, я не знаю, что-то. Ну, очень здоровский. Ручка длинненькая, хорошая. То есть такой... Хороший такой ёршик. Я вам сейчас скажу, значит, общие его замеры. Вот, смотрите, с вами вместе замерим. 32 сантиметра, значит, сам полностью. И ёршичек у нас получается 7,5 сантиметров на 3,5 сантиметра. Очень классный. Рекомендую. Так, сейчас мы скроем с вами мой любимый массажер. Наш старый. Обещал долго жить за 7 лет. В общем, товарищи, это самый классный массажер для спины. Я вам скажу, что сначала вы к нему, возможно, немножко не привыкнете, потому что он такой подкалывает, когда вы будете им массажироваться. Но потом, вот моя спина его просто обожает. То есть, очень хорошо... Работает для активации всех процессов кожи положительных, да, для циркуляции крови,
прекрасный просто массажер, который, вот, видите, оставляет какие следочки. Можно его вот так вот, тогда он будет больше поцарапывать такой вот. Можно так, можно поперек. И этот массажер просто прекрасный. Очень мне нравится. Наш старый уже сломалась это, сломалась это. Лапка муж делал. Ну и мы решили, что пора уже заказывать новый. Очень рекомендую. Он бюджетный. Но ваша спина скажет спасибо. Можно использовать для антицеллюлитного массажа в зоне бедер и ягодиц. То есть прекрасно вообще. Ноги. Ноги просто блаженствуют от такого вот массажа, потому что когда ноги уставшие, вот такой массаж, он дает дополнительный заряд бодрости. Так что я рекомендую. При массаже чуть придавливайте, чтобы крутились все колесики вот эти вот. И все. Будет классно. Так, давайте скрываться дальше. Тут у нас, наверное, юбка кожаная, коричневая. Сейчас будем мерить. Ой, мерить, смотрите. Мерить-то я буду после уже распаковки. Вот в таком пакете. Видите, как упаковано. Давайте смотреть. Бумажечку дополнительную. Как... Аккуратненько. Да, юбка на утеплителе. Вот у нас, по-моему, Занзе. Вот так все проложено красиво. Да, Занзе. У меня... Я опасаюсь, что тут стали, потому что брала, опираясь на отзывы. И... Не знаю. Юбка длинная. Тоже в два яруса. Один вот этот ярус косой от строчки. Ну, пошив у Занзе стандартный изнутри, она такая с легким флисом. То есть при носке использовать антистатик желательно, чтобы не прилипало. Пошив хороший. Очень мне понравилась вот эта молния внешняя. Кому-то она не нравилась, я прям от нее в восторге. Во-первых, она очень стильно, безумно стильно смотрится. И пусть она будет черная, неважно. Мы всегда можем это обыграть в образе. А теперь у меня самый важный вопрос обхват талии. Потому что, ну, я, конечно, буду еще мерить. Говорят, что немножко подтягивается. Вот, обхват талии у нас. Кто-то написал, что она подтягивается. Посмотрю. Не могу сказать. Вот так у меня получается 92. А у меня обхват талии 94. То есть для меня это будет, конечно, очень так это. Но посмотрим. Я не могу сказать, что она сильно тянется. Но есть такой эффект небольшой утяжки-подтяжки. И сама она по себе немножко тянется. Поэтому, может быть, и ничего. Буду мерить. Начала уже переживать. Длина юбка в пол. Она безумно длинная. Многие ее укорачивают. Так, сейчас я посмотрю, скажу вам длину. Она очень-очень длинная, даже на рост 170. Там просто писали, что просто в пол. Просто в пол. Но я такую хотела, что-то меня потянуло на длинные юбочки. Так, 106 сантиметров, то есть как джинсовый надевается, да. Вот такая юбочка. А, да, размер я заказала на себя 3XL. 3XL заказала размер. Посмотрим, как сядет. Так. Открываемся дальше. Так, это вельветовые светлые брючки-джоггеры. По-моему, тоже Занзе. Ну что, хочу сказать, цвет красивый. Это реально вельвет. Брючки не утепленные, чисто носить так. О, какие красивые. Значит, я брала размер, уже ориентируюсь на таблицу, 3XL. Они на резинке, хотя есть имитация молнии, но ее нет. Есть кармашки боковые, сзади есть кармашки вот такие длинные, прям опускающиеся, такая моделька мне понравилась. Брючки джоггеры, потому что снизу они на резинках, резиночки нету геи, кстати, хочу сказать. Ну что, мне понравились, очень классненькие, Занзе, как всегда, этикетка, резинка это, на талии прострочена, не будет перекручиваться. Значит, давайте померяем обхват талии. У нас получается 82 без растяжения. Но он должен... Да, он тянется очень хорошо до 116.
Обхват бедер здесь вообще огромный. Порядка 124. И длина наших брючек. Я очень довольна, кстати, цвет. Вообще изумительный цвет. Они не утепленные, напоминаю, материал полиэстер, но такой вот не микровельвет, а вот именно вельвет, под вельвет. Очень качественный материал, мне понравился. Так, а длина у нас брючек получается 103 сантиметра, то есть вполне должны подойти и по длине, и по это. Очень довольна, пошив, как всегда, выше всяких похвал у Занзе. И шубка наша. Кто помнит, я такую покупала уже белую в магазине 21 топ. Но когда я купила белую, появилась укороченную. Появилась удлиненная. Я удлиненную уже взяла коричневую. Вот, чтобы вы понимали, как работает массажер. Видите, вот я чуть-чуть поводила, насколько он хорошо массирует все точки. В общем, массажер чудесный. Коричневая шубка. Подовичку. Шубки все из эко-меха. Немножко полетел мех, когда встряхнула. Но это бывает такое, когда только приобретаете шубку. Распаковывайте. Никогда не бойтесь этого. Не нужно отлететь. Значит, у нас в комплекте... Здесь наконец-то у меня кнопочка. У нас в комплекте больше ничего. Размер... 7XL я взяла. Шубка должна быть свободненькая, удлиненная. Показывала в прошлое, видите, тут не закрывается. Да, что я ношу, как ношу. Я застегиваю еще на одну петельку, если мне надо ее прикрыть. И вот у нас уже полы зашли друг на друга. Это не видно визуально, не бросается в глаза, что... Но зато здесь у нас, видите, так, а здесь уже все. Здесь мы уже застегнулись на двойную петельку. Так что это мой способ носки этой шубы. Кнопочка, вероятно, какая-то дополнительная, где-то она должна быть, не знаю где. Ну вот нам положили кнопочку, отлично. Шубка хорошенькая, такая же, как и беленькая, мех очень приятный, под кролика. Но это эко-мех искусственный, внутри простеганный, как бы такой приваренный, да, ромбовидный подкладка. А значит, что еще хочу сказать, есть внутренний кармашек, и эта шубка у меня... удлиненный. Значит, я вам скажу сейчас обхват груди. 132 в районе обхват груди. Шубка прямого кроя. И длина у нас получается порядка 80 сантиметров. Пошив хорошенький. Изнутри вот такая простеганная. Рукавчики вот так вот хорошо обработаны. И продолжаем нашу распаковочку. Последние посылочки. Давайте смотреть, что пришло. В одной из них будет капюшон, я так думаю, а в другой кардиган Джо. Вот это, наверное, капюшон. Давайте смотреть. Так, будем смотреть. Капюшон я заказывала с AliExpress. Очень классная штучка. Вот смотрите, какой он классный. То есть есть кулиска утягивающая капюшон сам. Есть молния металлическая, которая расстегивается полностью. То есть этот капюшон заменит вам и шарф, и шапку, в принципе, и что угодно. Если у вас какая-то одежда, как у меня, кожаное пальто без воротника, то это отличное решение. Изнутри подкладка, очень хорошо прошит, край капюшона обработан, вот видите, капюшон черный, померю, скажу, ну вот скажу сейчас в застегнутом виде обхват шеи. Видите, есть еще планочка, чтобы не продувалось, то есть под молнией очень удобно. Молния работает хорошо. Значит, смотрите, у нас получается плечи у капюшона 42 сантиметра и обхват шеи, вот по шву, поэтому по горловине меряю, 29 на 2,58 сантиметров. Ну, в общем и целом мне понравилось, при распаковке никакого запаха не было. Вот такая конструкция,
для того, чтобы путевать. Есть размеры меньше, другого цвета, по-моему, были. То есть можно купить ребенку, и будет все отлично. Так, и последняя посылочка, которая у нас на сегодня. Это кардиган с Джум. Бежевый кардиган, он идет в едином размере, но свободный обхват груди. Наконец-то он до меня дошел. Давайте смотреть. Цвет очень красивый. Там несколько расцветок можно выбрать. Я выбрала вот в таком, по-моему, хаки идет, да? Он такой бежевый, красивый очень цвет. Ну что, вот визуально мне очень нравится. Известный магазин на Джум такой. Вещи у них качественные. И, как правило, таблица размеров проблем нет. Этикеточка просто лежала тут красивая. Вот такой кардиганчик укороченный, плюс сайз. Ну, он действительно большой. Смотрите, застежки, пуговки под дерево. Цвет очень красивый, такой бежевый. Кармашки, видите, сверху не обработаны. И очень интересно, вот как с изнанки, то есть они также прошиты и тут, загибаются. Красиво сделаны такие кармашки очень. По низу манжетик такой небольшой. Рукава 3/4 и тоже вот такие манжеты. Причем манжеты не узкие, достаточно свободненькие. Сейчас скажу, ширина манжетика у нас получается 13,5 на 2, 27 сантиметров. И обхват груди, вы видите, какая она большая. То есть реально, если девочка берет худенькое, то ей будет оверсайз. И мне кажется, даже мне будет она сидеть свободно, потому что сейчас мы обхват груди померяем. 144 сантиметра, вот 72 на 2. Длина неба, он не длинный. 64 сантиметра, ну тоже я не скажу, что он прям совсем коротенький. И вот такая, смотрите, горловинка у него сделана. Очень хорошо обработана задняя часть горловины. Здесь такая, как бы вот, тоже манжетик такой вывязан. Материал, трикотаж очень приятный. Мне кажется, есть хлопковая нить, но, во всяком случае, очень похоже на это. Не электризуется абсолютно. Стоит кардиган, по-моему, в районе 1200. То есть швы, смотрите, изнутри не обработаны. Но я так понимаю, это стилистика самой модели, судя по карманам. То есть потому что, видите, карманы все вывязаны. То есть они не пришиты, они прям вывязаны. Шикарная вещь. Вот на плечиках обработаны, бока нет. Очень мне понравилось. Буду мерить. Ну, я думаю, что подойдет, потому что вещь просто обалденная. Все, мои хорошие, спасибо, что досмотрели до конца. С вами была ваша Оптимистика. Подписывайтесь на мой канал Telegram Оптимистика Шопинг, где я выкладываю анонсы покупок, интересные товары и обзоры и распаковки. И также подписывайтесь на мой канал YouTube. Очень рада вашим комментариям и мнениям. Пока-пока, хорошего дня!